Всем привет, с вами Светлана. Сегодня хочу немного поговорить о семенах и что из них выросло. Просто вернуться к теме, которая несколько лет о которой я часто говорила и показывала, что растет из семян. И вот такие семена я покупала в этом году, 12.50, черный дракон. Вот видите, картинка. Здесь написано 10 штук. 10 штук. Черный дракон, очень интересный колеус. Он, конечно, по средней цене, но не из дешевых колеусов. Очень такой востребованный. Я его посеяла, правда, не очень рано, уже где-то в начале лета. И вот такие вот у меня сейчас результаты. В горшочке все семена, которые вот выросли из этой пачечки. Если мы сейчас так посмотрим, то здесь получится... Да, кстати, тут немного у меня еще... Тут подсажено... Семь штучек. Вот семь штучек выросли. Конечно же, они росли у меня на балконе. Старалась я их выставлять побольше, солнышко им давать. Но если бы они росли на улице, в открытом грунте, они бы были красавчики. Но они и так. Этот колеус и так красавчик. Очень интересные у него такие листья. Поэтому хочу вам сказать, что я довольна такими семенами. Если мне попадутся эти семена в следующий раз, на следующий год, то я попробую еще раз купить. Так что не все семена, которые мы покупаем, нас огорчают. Этот дракончик будет у меня оставаться на зиму расти, но у меня его очень много. Так что кому нужно по Украине, можете мне написать в личку. Ссылки есть в описании под видео на моей социальной страничке. И я вам вышлю вот такое вот молодое растение интересное. Я хочу вам показать коллизии, которые обещала через месяц показать. Кто помнит мои видео, эксперименты, тут знает, о чем я. Кто не помнит, может посмотреть мои видео предыдущие. Я резала коллизию Gold, оставляла в горшочке. Она на солнце вот так вот у меня начала расти. Вот пушистый такой кустик. И он даже, видите, получился в крапинку. Многие, я видела девочек в интернете, они тоже спрашивали, от чего эта крапинка. Так вот, мне кажется, это от солнышка. Вот эти вот тоже коллизии в горшочках, смотрите. Тут у меня и Pink Пантера, и Криба Триколор, и Голден. Вот они так хорошо разрослись. Они себе тут вот так вот, как на карусельке. На балконе висят, вот солнышко на них попадает. Такое у нас солнышко еще хорошее, еще тепленько. А то похолодало недавно, я уже испугалась, заносила все свои растения. Ну, здесь еще тоже в стаканчиках вот много коллизий нарастает. И еще розовое. На улице кричат дети с родителями. Или родители на детей. Вот такая вот коллизия розовая. Смотрите, какая. Вот солнышко им очень нравится. Надо их поближе к солнышку выставлять. Да, вот эта вот коллизия желтенькая, смотрите. Она получается в крапушку. Вот это я стала замечать в последнее время. Вот такая вот. Сейчас попробую поближе сделать. Интересная. На балкончике моем еще остались некоторые растения, которые я не занесла в дом. Я их готовлю к зимнему сезону, и в следующем видео, в одном из следующих видео, я расскажу вам о подготовке растений к зимовке. Как у меня это все делается,
Вот какие правила для этого существуют. Так, скоро зима, а у нас не отапливается здесь подъезд, площадка. Поэтому цветочки надо, чтобы забрали. Повесила объявление. Всем пока и до новых встреч на моем канале.